Oh, hello, salam alaikum. Malaykum as-salam How are wa you? rahmatullahi wa barakatuh. Wow, where are you from? I'm from to Seychelles. Oh, Seychelles, George Bush, little? No, Texas. Whereabouts are you from? I'm from to Texas, now I'm living in Florida. Okay, guys, you know Abu Bakr Nurmagomedov? Конечно, я знаю, кто он. Wow, ты знаешь Абу Бакра? Конечно. Откуда ты? Я? Афганистан? Стамбул. Стамбул. О, Турция. Yes. Yes, yes. Я знаю твой президент. Это президент, да, твой президент. Эрдоган. Эрдоган, конечно, Эрдоган. Эй, у тебя такие, вайт зубы? Зубы, да. Зубы, да. Рилс. Спасибо, откуда ты знаешь русский? Я учил русский, когда работал в Москве. А сейчас где ты живешь? Сейчас живу в Истанбуле. О, Истанбул, Стамбул. Я хочу, ты знаешь, Каппадокия, да? Каппадокия. Да, Каппадокия очень красивая. Воздушный шар небо. Я хочу, так, баллон, ты знаешь, что это баллон, да? No. Так летит на баллон, летит, так летит, это хороший, как ты летит на баллон. Такой очень красивый, ты посмотри, деревни, такой очень хороший. Очень хороший деревни, баллон, небо, nice. Man, да? Go to Istanbul, I am, you go Cappadocia. Okay, give me your number. Okay, guys, give me your number. WhatsApp, Telegram, okay? WhatsApp. А скажи ему свой номер, да, бля, наш братишка скоро приедет, судья. Сзади на диване. Мы... Оу! You, it's, блядь, you, блядь, girlfriend? No, it's my friend. See? It's my number, bro. WhatsApp number. It's my... you can see it's my friend. Oh! Hi, bro. Привет, братан. Привет, братан. Вы откуда? Анголи. What? Из Анголи. Алони? Yes. Go to Istanbul, next Каппадокия. You, твой друг, oh. It's... Ну, знаешь, когда нам бригадит. Окей, да? Okay, bro, you can send me message in WhatsApp. I will call you. Okay? Really? Real. This here, in summer, I will go to Turkey. Yeah, I want to know Istanbul, Cappadocia, Antalya, Samsun. Bodrum. Yes, I want to Cappadocia, Antalya, Istanbul, Samsun, and fucking. Oh, I'm forget. I want to know 5 seats in Turkey. Oh, хорошо. Я наберу тебе на номер телефона. Хорошо, ладно. Подожди секунду. Ты можешь напиши? А ты когда? Написать, но... а когда ты прилетишь? Летом. Сама. Точно? Да, это точно, летом, пожалуйста. Давай. Okay, it's my friend, it's not fine now. My friend drug,
Now send me something very bad. I'm so sorry, bro. You smoke marijuana, bro? No, what's this marijuana? I don't smoke marijuana, bro. Really? Real? You are crazy, bro. I don't smoke marijuana. Oh, okay. Sorry, bro. You are sleeping. Oh, Gabado, yeah, I'm like, you do multi-pack real. Нет, я просто курю. Просто вот это. Сигарета. Конечно, это сигарета. Ты откуда знаешь русский язык? В интернет сам я учился русский язык. На интернет? Конечно. О. У пока нет преподавателя. Твой друг знает русский язык или нет? Чуть-чуть. My friend. How are you? Он знает. I'm fine, bro. I'm fine. Yeah, do you speak a Russian language? Language, yes. It's language you... Он спрашивает, ты на русском разговариваешь? Yes. Yes, да. Hey, man. Ты можешь говорить по-русски, пожалуйста? Говори это по-русски, хороший. Если ты не... Ты знаешь русский? Ты конечно, я знаю русский. Окей. Как тебя зовут? Меня зовут Миша. У тебя как? Скажи, ты можешь сказать салам алейкум, меня зовут Алихма, я чародинец. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Меня зовут Миша. Я аварец, в конце забыл сказать. Братан, ты знаешь первый сурат в Коране? Какая? Первый. Какая, скажи? Сурат аль-Фатиха, первый. Какая, спрашиваю, какая? Я тебе сказал первый сурат в Коране Маджид. Первый сурат, ты знаешь или нет? Нет. Ты мусульман? Да, аль-хамдуллах. Почему ты не знаешь сурат аль-Фатиха? Ну не знаю я. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء الله ما شاء الله آمين брат تبارك الله ты знаешь или нет знаю почему ты меня сказал нет ты не знаешь ну я думал ты прикалываешься издеваешься надо мной нет Ты знаешь Коран, да? Ну я не знаю полностью Коран. Суры из Корана знаю я, которые когда намаз делаешь. Хорошо, ладно, я понимаю, согласен. Ты знаешь, 23 мартия, 23 мартия будешь Рамадан. Скоро Рамадан. Да, через 2-3 дня. Что? 2-3. По-моему, да, 2-3 дня, по-моему. Да, знаю. Может быть. Пожалуйста, братан. Ты знаешь арабский, да? Нет. Почему ты не знаешь арабский? Я знаю арабский. Откуда ты знаешь? Сам я учил в интернет. Ты в интернете и русский выучил, и арабский, все, да? Русский, арабский, португальский, испанский, китайский. Приколи. Молодец. Михал. Нихал. Нихал, Хома. Ты турецкий знаешь? Ты знаешь китайский?
Не, это откуда? Это Китай. Я только русский знаю. Мерхаба. Мерхаба. Насилси. Насилси. Я знаю. Насилси — это как дела? Да, и им это хорошо. Братан, я знаю много язык, братан, извини. Не, слышишь? Я как полиглот. Ты реально очень умный. Ты можешь прилететь в Стамбул, серьезно? Спасибо, братан. Я очень-очень знаю много язык. А как твое настоящее имя, брат? Настоящее имя как твое? Что? Настоящее имя. Это Михаил. Но это же ты придумал себе имя. У тебя есть твое настоящее. Михаил Фарук. Это в паспорте у тебя Михаил? Михаил Фарук, да, конечно. А почему Михаил? Потому что я мусульман. Михаил, может, не Михаил, Михаил? Да, ты знаешь, кто это Михаил? В натуре все знает, походу, жесть. Почему Миша зовут? Михаил. Миша его зовут, брат. Он говорит Миша. Слушай, по-русски, слушай, пожалуйста. По-русски это Михаил, это Миша. Тоже ты Миша, просто не можешь сказать Михаил. Да, по-арабски это Михаил. Слушай, пожалуйста. По-арабски это Михаил. По-португальски это Мигель, по-португальски. Я сейчас понял, я понял. Он какой умный это парень. Слушай, пожалуйста. По-английски это Мишаэл. Мишаэл. Ты прав. Да, Мишаэл это... Я понял. Тебе сколько лет? Да. У тебя сколько? 30. Ты очень старш. Ну, у тебя возраст не имеет значения. Можно быть молодым, но знать больше, чем старший. Да, давай скажи, сколько ты думаешь? Сколько мне? 19? Нет, 19-4. Как 19-4? У меня есть... нет, 19-4, нахуя. 24. Извини, пожалуйста. 24? 24 года, да. Тебе кто-то звонит? Это моя девушка. А кто твоя девушка? Извините, братан, к сожалению, сейчас я хочу разговаривать с девушками. Я тебе позвоню, брат. Спасибо, Михаил. Да. Ладно, не надо, не за что. Я позвоню пока, тебе. Салам алейкум. Хорошо. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. На удачу. Давай, ахи, на связи. Давай, брат наш. Давай. Ошли. Халид даже потянулся, приколи, он что за зверь, бля, ему 24 года, он что только не знает, в интернете выучил, приколи, да. Португальский, чё по кайфу? Это чё за Мухич, лучшая версия вас. Да не, какой Мухич, брат, это гигантелло бы. Он, прикинь, на все... У меня если в любую страну, да. Михаил, говорит, Михаил, Мигель, прикинь. Гигант за слова отвечаю. Вот нарвались на бродягу, жесть. И там тут везде живет, да, на таких хатах съемных, блядь. Голова есть на плечах, уцы. Халид. Он вышел. Вышел. Халид даже потянулся, не?